Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Dungeon Boss. Давненько я не снимал по ней видосики, хотя периодически в нее заходил. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, в портал, я думаю, нет, хотя давайте посмотрим, да, естественно. Ребятушки, мы сможем здесь за 300, я не знаю, наверное, не стоит, ребята. Ну, давайте, хорошо, бесплатного призовем, так уж и быть. Давайте глянем. Конечно, ничего тут хорошего нам не дадут. Это и понятно. Ежу. Так, что, еще одного, да, бесплатненько? Ну, ай-яй-яй, 10 тысяч. Забашлял. Ладно, дали нам мага. Так, и, естественно, ребята, я буду идти по основному сюжетному сценарию. Так, дайте-ка я заберу вот эти вот два квеста выполненных. Так, отличненько. Хорошо, да, ребят, хотел вам показать. У нас, помните, да? А, он до сих пор еще идет, этот ивент. Вот оно что. Так, ну что же мне с него выпало? Мне выпало с него, ребятушки. Да все, я понял, хорош. Не надо мне никакого доната. Так, сейчас я вам покажу, ребят. Хотя, может быть, это не с него выпало, но тем не менее. Вот мои все герои, как вы видите, пока на данный момент. И меня заинтересовал вот такой персонаж, ребята. Ну, вы понимаете, да? Я стал еще прокачивать Леонидуса. Ну, это у нас свет. Как раз хороший против нежити. Потому что у нас в подземельях и сплошь и рядом одна нежить расплодилась. Невозможно даже шагу сделать, как валят там. И меня интересует, ребята, вот такой герой. Сейчас я вам его покажу. Есть ли? Вот, Ирис. Если, ребята, у кого-то он есть и кто-то его прокачал, то скажите мне, пожалуйста, стоящий он или нет. В принципе, это какой-то у нас осьминожик, как я могу понимать, кастер-монстр. И у него, ну, в принципе, стат неплохие, а билки тоже вроде бы неплохие. Я так понимаю, что он идет как маг, он ослепляет, что тут еще? Ослепление у него, ну и тут еще остальные. Я так понимаю, у него еще идет самоотхил, скорее всего, так. В общем, напишите, что вы думаете, стоящий персонаж, не стоящий. Не знаю, где на него, конечно, потом надо будет брать осколки, чтобы его прокачивать. Но хотя бы прокачаю, насколько смогу, если он действительно, ребята, того стоит. Ну, также я вот хотел Казара приобрести. Ну, копим потихоньку на него, копим. Хоппер, ну, тоже, в принципе, заяц вот этот сумасшедший, многие, наверное, знают. И что же я еще себе хотел, ребята, приобрести? Вот, я хочу себе приобрести Лорда Зум. Но очень тяжело, ребята. Это мне дается вообще практически тяжко. Ну и еще, так, смотри-ка, Джайбер скоро у нас откроется. Остался-то всего две карты. Ну, это, ребята, такой, ну, вы сами понимаете, обычный монстрик. Так, кто же мне еще, честно говоря, понравился? Так, Соларис не знаю, Мелисса и Адмирал Крелл. Так, секундочку, что-то тут. Так, погоди, это что, что у нас за баубли какой-то? Так, это у нас обычный скелет. В общем, вот лорд мне как бы в приоритете, если честно, стоит. Кролика, ну, Игорек, ну, в принципе, как заморозка сгодится. Но мне кажется, он не такой уж и сильный, если честно. В общем, давайте, ребята, так сделаем. Я буду у вас спрашивать советы. Кто в эту игру очень давно играет и вообще там супер-пупер офигенный какой чувак, пиши мне, пожалуйста, кого лучше качать. В данный момент вы прекрасно знаете, что у меня идет Рипер. Я его хочу прокачать дальше до 4, ну, конечно, в идеале вообще полностью. Он мне нравится, он вообще офигенный чувак. Также у меня Фенол Токсик. Все прекрасно его знают, что он делает. Он нормальный боец такой. Потом Мортис. Это у нас Некромант. Это у меня тоже, он состоит в группе. И... ну, остальные ребята у меня на усмотрение. В основном я беру еще с собой Агнона. Это у нас Гаргуля каменная. Ну и, естественно, Леонидуса. Ладно, в общем, ребята, я побежал по быренькому. Будем с вами проходить основную сюжетную линию. Что у нас тут? Так, что у нас здесь? Селект, Драгон Фитерс, 52 уровня. Гридас. Так, он что хочет? Ну, давай. Вот я не понимаю, что, вот он, что нужно ответить ему или что. Так, Талия мне опять тут что-то 3 дня назад. Чего она мне там 3 дня назад выписала, непонятно чего. Ну да, ребята, естественно, я упал. Я на арены очень-очень редко, ребят, хожу.
Ну, все, как понимаете, времени, ребятушки, времени нету. Игр очень много приходится снимать, вы сами прекрасно знаете. Все люди то одно, то другое требуют. Я вроде бы хочу намекнуть, но давайте вначале мы вот это завершим, потом следующее. Или я, например, показываю, просто вам показываю, ребята, обзор какой-то игры. Это не означает, что я ее собираюсь играть. Я вам просто показывал, но вы настаиваете, давай продолжение. И хоть ты разорвись потом, а? Хоть ты разорвись, потом одни начинают обижаться, что видосики не выходят по той игре, другие начинают обижаться, это, но уже мне что же не разорваться, ребята. Я еще, знаете, что думаю? По поводу создания второго канала, но в чем суть? Вы знаете, что вот этот вот канал у меня игровой именно как бы больше, и здесь я играю игр для андроида, да, для гаджетов, скажем так. Но и сюда же у меня входят игры для ПК. То есть у меня получается мешанина. Многие ищут игру, я ее снимаю, конечно же, с ПК, а многие ищут ее на Android, не могут понять, где она, спросят ссылку. Естественно, путаница получается. В общем, если вы захотите, чтобы я действительно разделил видосики, то есть гаджетовские, мобильные там и так далее будут оставаться на этом канале, а уже ПК-шные игры... ПК-шные, консольные, будут переходить уже на другой канал. В общем, жду ваших адекватных, конечно же, мыслей. Ну, а теперь, ребята, погнали. Погнали, у нас, ну, в данж мы с вами не пойдем, я думаю, да? Мы пойдем с вами на компашку. Тем более, тут у нас скоро будет, насколько я помню, босс. Да, тут у нас пока все на 3 звезды идет. Подожди, я ничего не путаю, ребят? Нет, по-моему, не путаю, все нормуль. Фух, Silent's Cave. Ну что же, побежали. В тишину, как говорится. Кейв, это каньон, что ли, по-моему? Не помню, ребят. В принципе, лошпенчики здесь у нас будут. Вот, ребята, вот мой основной составчик, как вы видите. Тихо, 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 подожди, кого я убрал? Эй, так, Рипер, вернись, роднуля ты мой. Как я без тебя-то пойду туда? Ничего себе-то. Захотел смыться по-тихому. Нет, не выйдет. Даже не мечтай об этом. Вот, а ребята по данжан боссу почему вернулись? Потому что многие ребята просят продолжить. И, как говорится, я иду вам на уступки. Мне, в принципе, не тяжело, да. Но, опять же, кто-то будет недоволен, потому что не всем нравятся такие игры. Вы должны это прекрасно понимать. Но, тем не менее, я могу немножечко потратить времени, чтобы поиграть. Тем более, эта игра меня нисколько не напрягает, ребята. А вот, кстати, еще хотел сделать небольшую сноску. Ну, вы как всегда знаете, ребят, я не могу делать замечания в ту игру, в которую играю. Я буду делать периодически вот такие вот по Hustle Castle. Ребята, у меня сейчас там закончился премиум, у меня сейчас там медленно все. Делать пока там нечего, вот в данный момент мне, и снимать мне пока тоже нечего. Это не означает, что я забросил игру или еще что-то. Нет, я там захожу, периодически смотрю видосики. Ну, видосики я имею в виду в плане, чтобы получить призы. Кстати, и все это бесполезно. Вот, что же еще там? А, ну, естественно, коплю билетики себе на арену. С деньгами пока туго, поэтому в этот я в портал не хожу. Но сразу вам скажу, ребята, все будет, но немножечко попозже. Честно говоря, я, как бы сказать, сделал себе такой небольшой отдых. Небольшой отдых, так что вы не переживайте, все будет. Если кто-то спрашивает, когда будет Hustle Castle, будет, ребята, скоро. И также я еще хочу в ближайшее время поснимать маленечко на Fallout Shelter. Да. Что-то вот меня так нахлынуло. Вы знаете, ребят, я периодически возвращаюсь к тем играм, в которые я играл. Вот. И как бы продолжаю их потихоньку играть. Но есть игры, которые мне бросать не стоит. По крайней мере, в ближайшее время. Это вот, вы знаете, «Поймай курицу». Сейчас я там создал клан. Все пучком. Ну, «Идол героя», естественно, тоже, ребята. Меня эта игра тоже нисколько не напрягает. Практически все это можно дело проходить по 15, за 15 минут, точнее. Ну, я как-то уж стараюсь подлиннее сделать серию поинтереснее, чтобы не было такой короткой. Так, что у нас тут за босс, ребят, давайте посмотрим. Что за олух тут по... А, ну ладно, красотулечка. Хорошо, давай мы тебя накажем. Так, а вот эти ребята крепкие. Слушайте, я думаю, что Горгулька, если его киданет, он, наверное, подохнет. Нет. Охо. Охо-хошечки. Так, что мы будем с тобой, Фенольчик, делать? Я даже не знаю. Погоди-ка, а это что такое? Ах, я могу призвать... Я могу призвать друга, что ли? Ого! Вот!
Вот это дружок у меня, ребята. Вот это круть, спасибо тебе, братуля. Офигеть. Я даже сам такого не ждал, ребят. Так, ну что, мы с вами получаем всякие эти плюшки, ключи. И сейчас мы посмотрим, что у нас там за квестик выполнился. Но жнец, конечно, меня очень сильно порадовал. Вы видели, как он вышел, как эпично он появился, как он эпично махнул своей косой и просто всех наповал. Ну, ребята, у нас, смотрите, здесь, я надеюсь, что здесь все-таки у нас будет боссик. Мне нравится, потому что с боссами воевать. Обалдеваю просто от этого. Ну что ж, поехали дальше. Так, здесь у нас... Ого. Ого. Четырехзвездочные, ребята, у нас враги. Причем 48 уровня. Какого? 48 48 уровень, ребят. А у меня 36-й, 37-й. Я, слушайте, я ничего не путаю. Я правильно иду, а? Что-то как-то... Что-то меня подозрения какие-то берут, ребят. Странно. Нет, ну по идее все должно правильно. Я иду по сюжету. Нет, мы здесь не будем с вами тратить массовые суперудары. Мы как-нибудь так пока побомбим их. По крайней мере, мы хотя бы справляемся, хоть немножко мы как-то их бьем. Я что, могу еще вызвать? Это что, друг Фенола, что ли, был? А, нет, любой может вызвать, ребята, помощь. Слушайте, а сколько я раз могу его призвать? Я могу сейчас его? Ах, вот оно что, я трачу кристаллы. Слушайте, ну такой вариант меня вполне устраивает. Бывают, да, такие сложные ситуации, когда, ну, действительно нужна помощь друга. Ну, просто вот не справляешься там, зашиваешься, как говорится, на работе, и надо вот вытянуть там какую-то каточку. Ты просто тратишь 10 гемов, и приходит к тебе супер-пупер дружок, который выручает тебя. Слушайте, это хорошо. Я что-то раньше я такого не помню, может быть, как-то не замечал. Слушайте, тут их слишком много. Действительно, ребята, они 46-47 уровня, поэтому, я думаю, придется бомбануть хорошенько здесь. Хаос, шторм, ну, что-то как-то... Нет, одного положили, это уже радует меня. Так, давайте вот сюда. Так что, ребятушки, ну, вернемся по поводу игр. Все будет постепенно, ребята. Тем более, скоро у меня будет отпуск, у меня будет много свободного времени, где я могу полностью посвятить себя съемке роликов. Очень много задумок, очень много затей, но, как вы понимаете, в данный момент я ограничен работой. Работа для меня это, ребята, приоритет. Игры это хобби, увлечение, а работа, как я без работы? Без работы я никуда. Тем более у меня ответственность не только за себя, а, как говорится, и за мою семью. Так что я не могу, ребятушки, поступать, как мне заблагорассудится. Нет, конечно же. Так, ребятули, ну что же, давайте бомбить потихонечку, и скоро уже будет боссик. Так, отлично, все хорошо. Ну куда ты, смайт, оу. Так, слушайте, я могу, в принципе, подхилиться, да? Ну, не будем этого делать, давайте попробуем так прожарить. Так, смотрите, тут какие-то странные у них скиллы. Смотрите, тут отражение, что ли, у него какое-то стоит? Нет, никакого. Ах ты гаденыш! Вы видели, что я сделал? Ребят, я атаковал его, и мой персонаж загорелся, да? По-моему, так. Это вышло. Это вышло не случайно. Так, Мортис. Почему у меня Мортис впереди? Я не могу понять. Он же вроде у меня не танкуля, а стоит впереди. Странно, конечно. Ну, давай добьем. Шикарненько. И у нас тут босс. Кто же у нас будет боссом? Ну, где-то я уже этих ребят видел буквально миссию назад. Так, давайте-ка мы, наверное, вот этого вот сбросим. Нет, не погиб. Жарит. Оу, Фенол, да как ты мог? Ты как так быстро расплавился у меня, роднуля ты мой. Слушайте, подождите, меня так не устраивает. Я должен пройти на 3 звезды, поэтому делаем с вами... Я уже не помню, это, по-моему, да? Нет, по-моему... Слушайте, какой у нас там эликсир? А, вот он. Тихо, подожди. Вот это резается же, да? Нет, вот это тогда получается. Так, секунду, я не вру. Или плюсик все-таки резать. Ага, все, отлично. Давай попробуем дожарить. Минус. Не будем вызывать, ребята, с вами помощь друга. Я надеюсь, мы сейчас с вами справимся. Фу, ты нафиг напугал. Я думал, сейчас опять у меня этот
фенольчик упадет родной. Нет, выдержал. Так, это, я так понимаю, ребята, главный охламон. Сейчас мы его быстренько тут накупаем. Надо было... Ай, ладно. Надо было фенолом просто бомбануть ракетами ядовитыми. Точнее, его маленькими слизнючками и отравить его хорошенько. Хотя мы и так, наверное, справимся. Да, отличненько. На 3 звездочки мы с вами потянули. Ну-ка, что у нас здесь в этом сундучке? Ничего нету, никаких героев, что-то нам не выпадает. Странно как-то. Ну? Здравствуйте, какие-то еще коннектинги, обрыв связи. Вот у меня еще, ребята, идея такая, знаете, протянуть себе отдельную интернет-полосу. Я не знаю, мы вот ее делим тут всей семьей, мне не хватает, как-то маловато. Надо, наверное, отдельно вести, чтобы и стримить можно, и сидеть, а то вот это вот всякие обрывы связи иногда очень сильно напрягает. Ну что у нас тут? Руины, башни или что, крепости? Неважно. Неважно, для меня это все ерунда. 37 уровнем, ребята, я ворочу 47-48 врагов. Да это просто чудо какое-то. Так, приступим. Давайте, ребята, поставим автобой, но базовый. Давайте, я думаю, что они быстренько так с ними справятся. Ага, смотри-ка, что они тут делают. Если что, ребята, мы сразу сделаем паузу, кого-то отхиливаем или ресаем. Надо пройти нам без потерь. Ну, я так понимаю, что здесь, наверное, ну, по логике вещей должен быть босс. Ну, почему-то меня какие-то сомнения берут. Ладно, посмотрим. Ну, здесь очень много волн будет. Так, мы только идем на вторую, потом третья, четвертая, и только на пятой уже будет сам босс. Хорошо, я здесь, знаете, как сделаю? Я поступлю немножко по-другому. Давайте траванем здесь. Ох, как хорошо-то. Так, теперь сделаем вот так вот. Замечательно. И уже вот этих вот добьем. Блин, пламя очень сильно... Так, дай-ка я успел черепки эти вскрыть. Так, это у нас третья волна. Ну, давай. Давай сделаем так. Отлично. Вот этого мы сбросим. Плюметинг Дум. Так, они делают ускорение, да? Ай-яй-яй-яй, тихо, фенола моего не завалите. Мелкие бродяги. Черт, они на себя вешают, ребята, какую-то защитную ауру. Вот что я понял. То есть кто-то может поджечь, кто-то может заморозить. Понятно, будем знать на будущее. Так, ну что, это у нас предпоследняя, да, ребята? Да, предпоследняя волна, и потом уже будет босс. Так, откаты еще очень долго будут. Но здесь через один ход, ладно. Гаргуля потерпит. Гаргулька у меня потерпит. Так, фенол, я даже не знаю, что и делать с тобой. Сейчас, я боюсь, тебе, наверное, уложат. Они ведь будут стопудово атаковать. Именно по фенолу. Потому что он якобы тут самый слабенький, да, и можно над ним издеваться. Нет, смотрите-ка, на Мортиса переключились. Ах, тут еще и рыцарь. Как-то я его не увидел. Я думал, что это тот же самый этот. Нет, здесь рыцарь. Ай-яй-яй, заморозка. Ну, вот что хорош жнец, он... Ребята, естественно, как сказать, восстанавливает себе хп. У него вампирик, тем более я ему, по-моему, поставил, тоже вампирик прокачал. И теперь он поглощает здоровье врагов. Главное, чтобы у меня здесь фенол выстоял. И все. Фенол выстоит, будет замечательно. Мне, по крайней мере, не придется тратить пробирку на рез. Она мне пригодится на последней волне. Сами понимаете, ничего. Так, ну что, этот лорд, я думаю, у нас упадет сейчас. Да ты посмотри, что делает. А, ты посмотри, что делает. Все, готов. Ну, и мы с вами двигаемся к боссу. Будем бомбить его, естественно, супер. А хотя мы сейчас, знаете, что сделаем? Мы сделаем по-другому маленько. Он один? Он один. Нет, он не один, ребята. Вызываем дружбана. Плотим. И... Давай. Погоди. Как тебе там... Как тебя призвать, роднуля? Эй, как при... Да что ж ты? Во. Ну? Не понял.
Ребят, честно говоря, я не понял, что сейчас произошло. Меня это как-то немножко даже напрягло. Он практически ничего не делал. Он что, промахнулся, что ли, или что? Как-то... Как такое вообще могло выйти? Ага, шикарно. Да-да, Финол, ты правильно что смеешься, ты молодец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рипер мой поджегся. Женец ты мой. Так, ну я думаю, что все-таки выживем. Должны выжить. Так, ну-ка, косой. Косой, давай его. Есть! Отлично. Думблейд это был. И мы прошли. Да, я, честно говоря, ожидал эпического босса. Но здесь, как видите, был обычный босс. Рядовой, так скажем. Что мы тут получили? Black Diamond, черный бриллиант. Две карточки. Все, мы, в принципе, прошли вот эту вот карту. Мы должны, в принципе, переместиться на другую. Мы получаем с вами 17 карточек, да? Нет, по-моему, намного меньше нам дали. Так, Reward Collection. Так, Daily, что у нас тут? Давай, я буду все забирать абсолютно. По компашке у нас ничегошеньки. Ого, ого. А, ну для этого понятно, нужно открыть 9-ю дверь в календаре. Такого никогда не будет. Нет, в принципе, если вдонатить, то, конечно, будет. Так, ну что же, а я хочу посмотреть, куда нас дальше переместят. Что открывается? Ага. Не понял, две локи, что ли? А, нет, здесь мы прошли, сюда мы попали. Раз, два, три, три локации всего лишь осталось у нас на уровне нормал. А здесь у нас все закрыто, я понял. Ну, стоит, не стоит, ребята, я не знаю. Или в данжен пойти повоевать. Рекру 2, я офигею, как я низко, ребята, упал. Упал ниже плинтуса. А был, ну вы помните, где я был. Там в супер-пупер гладиаторах, елки-палки. А сейчас в рекрутах. Нет, это я, наверное, оставлю на потом. Так, у меня очков. А у меня очков нету, ребята. Поэтому я думаю, что даже заходить. Ну, давай посмотрим токены, на кого у нас есть. Так, у нас Козар есть, Грок Гонг, Велкин Кинг. Ну, а здесь, ребята, видите, да? Раньше я вот этих вот мог купить. Ну, как купить? У меня были они открыты. А, нет, кроме, по-моему, на Легенде я не был, это точно. Вот Варлорд, ну, я не помню, второй у меня был или первый. Ну, я мог, по-моему, всех приобрести, кроме вот этого вот Короса, то есть Химеры. И я не знаю, ну, давайте... У нас есть, есть, давайте купим, купим. Хорошо, три карточки еще возьмем, так уж и быть. Да, мы будем, конечно, копить очень долго до посинения. Ну, в любом случае, надо куда-то их сливать. Будем тратить, ребят. Так, ну, а теперь что у нас? Квест выполнил здесь. Теперь я хочу, ребят, глянуть, куда нас отправляют и какие уровни здесь у нас поджидают. Поехали. Так. Заходим. Заходим сюда. Это у нас 17 глава, ребята. Погоди-ка, какая 17 глава, ребят? Вот здесь мы с вами. Погоди-ка секунду, я что-то не понял. Все, вот, вот, ребята. Да ладно, вы хотите сказать, что... Что мне нужен 40-й уровень? Хорошо. Давай я посмотрю. Может быть, у меня просто мои бойцы не прокачаны, а они на самом деле уже могут иметь 40-й уровень. Так, давайте глянем. Да не ты, пипетка. Не ты. А где же, где же, где же, где же? Финол. Скажи, что ты можешь прокачаться до 40 уровня. Я тебя прошу. Так, давай вот с этих вот начнем. 39-й. Да ладно. Да ладно, блин. Ох. Так, обилочки. Ну ладно, давай сделаем апгрейд. Деньги, по крайней мере, позволяют. Да, ребята, мне, как ни крути, придется прокачиваться до 40 уровня. И я здесь ничего поделать не смогу. Как бы я ни хотел, как бы я ни выеживался, мне все равно, ребята, не пустят. Да, ну здесь, ребята, буквально чуть-чуть осталось, на самом деле, вы посмотрите. От level cut. Так, погоди, погоди, погоди. А, ладно, в принципе. И где же мы с вами можем заработать? Опыт. Так, секунду, где у меня... Вот, смотрим, сколько вообще
Updating profile date. Ну, сколько мне нужно опыта? Так, 800, у меня 692. Ну, придется, ребятушки, попыхтеть. Подраться. Для этого надо будет проходить, естественно, миссии. Хотя мы можем... Я вот не помню, у нас дается опыт за прохождение башни той же самой или за подземелье. Ладно, поехали в подземелье, ребят, да? Давайте сходим в рейдик. Так, сколько у меня сил, это я уже и забыл. У меня... Черт, я не помню, сколько у меня сил. Давайте вот начнем с простенького. Хотя нет. Начнем, пожалуй, вот с этого. Сразу же не будем, как говорится, в дальний мешок откладывать. Забомбим и все здесь. Тут, по-моему, нет, ребята, автобоя. Мне придется все делать ручонками. Ну, я так предполагаю, что мы здесь просто разорвем его сейчас. Потому что уровень-то... Нет, 36 уровень. Воу-воу-воу-воу, сумо. Дядя сумо, успокойся, пожалуйста, а. Получи и распишись. Что это такое, блин? О, обожаю вот эту штуку, лазер. Давай, жги. Каждый получил свое. Ага. Слушай, мы здесь точно выживем, ребят? Что-то мне как-то сомнения берут. Так, бесенок. О, сейчас мой финал сделает, ребята, точку жирную. Ага, сделал, блин, точку жирную. Ладно, давай ему того сумоиста. Блин! Так, это сделал провокацию на себя. Блин, теперь его придется разбирать. Его хрен разберешь, а? Хрен его... Мы даже промахиваемся. А, сумоист у нас так и так упал. Ну что же, значит, у нас Мортис против Мортиса. Правда, мой Мортис уже отдуплился, и у него остался лишь только скелетик. Будем бомбить. Сейчас мы стальные кулаки разбомбим с вами, и уже будем валить Мортиса. Мортис, привет! Придется тебя немножко наказать, да? Блин. Слушайте, я не удивлюсь, если мы проиграем этому Мортису. Ха-ха-ха, такое может быть, в легкую причем. Как-то мой скелетик этот стоит, я не понимаю. Он на последнем там издыхании. Ну, оживляйся, оживляйся. Да-да-да, именно скелетик. Слушайте, ну скелета мы разорвем с вами. В легкую причем. Все, победа все-таки за мной, ребят. Отличненько. По-моему, мы здесь все-таки не получаем опыта. Или получаем. Блин. Я вижу только кубки, деньги. Это опыт, по-моему, здесь не идет нам. Хорошо, ладно. Давайте тогда посмотрим у нас по заданию. А какое задание мы можем с вами выполнить? Задания абсолютно никакого нет у нас, да? Эти у нас на деньги, на пробирки. Черт подери, как же быть? Ну давайте пройдем тогда вот эти вот, что ли. Смотрите, здесь у нас герои-то еще остались. Мы же вроде бы можем с вами пропустить на автобое. Quick loot. Давайте вот так вот сделаем. Погнали. О, заработали. Отлично. Переходим сразу же вот сюда. Заберем всех героев заодно, ребята, и покачаются у меня персонажи. Так, что нам тут достается? О, Мэнгл Джав. Тоже мы с вами откопали его. Давай-ка здесь заберем. Quick loot. Погнали. Отлично, золотой сундук. Да, Цумы тоже мы добыли с вами. Ух, идет-то как хорошо. Все просто идет замечательно. Так, ну что, королева льда. Давай. Точнее, это не королева льда, ребята. Это у нас хилка, ё-моё, чё я... Так, я получил ее. Все, отлично. По-моему, больше здесь нет персонажей, да? Здесь больше нет персонажей. Но зато есть вот здесь. Почему бы здесь, ребята, не приобрести? А вообще, ребята, знаете, что я делал? Я делал вот так вот. Мне, например, нужен герой. Естественно, я хотел прокачивать жнеца себе, да? Мы его находим. Где он у меня, жнец? Жнец. Вот он, жнец. Смотрим на... Как... Давайте мы ему вот здесь вот апгрейд сделаем. Смотрим, на каких локах он у нас выпадает, с кого. Так, это как у нас там делать-то, я уже забыл. Так, гир. Нет, не гир. Как-то там делать, ребят, я... Черт, вспомнить бы... А, по-моему, вот так вот, да. И вот, например, идем сюда. Трон Эша. Quick loot, естественно. Выпадает? Ну...
Давай. Выпадает, ребята. Отличненько. И вот таким вот макаром. Это, в принципе, как, ребята, в черепашках-ниндзях. Помните, мы тоже с вами выбиваем карточки. Тот же самый принцип, абсолютно. Также ищем, также выбиваем. Везет, не везет. Не везет, переигрываем. Везет хорошо. И так до тех пор, пока не выпадет он нам. Вот, выпал. То есть 60 еще карточек, ребята, вы представляете, мне нужно бомбить. Было бы у меня открыто бы здесь побольше бы комнат, где можно его добыть, было бы вообще замечательно. Но вы понимаете, что ядрёна ты вож. Что, например, Леонидуса, если не ошибаюсь, его, по-моему, нельзя. Или можно? Его можно только вон с Кримсон Вудса. Но опять же, одна карточка всего лишь. И еще, сколько много еще закрыто у нас. Не знаю почему, видимо, я еще не дошел по уровню до туда. Так, Мортис, по-моему, вообще не добывается ниоткуда. Да, ребята, это чисто магазинный герой. Так, здесь давайте. Хотя, стоит ли? Ладно, я прокачаюсь просто из принципа, ребят. Хотя, деньги, как говорится, здесь тоже на дороге не валяются. И это все дело очень нужное. Так, ага, где Фенол? Фенол, ты как раз вовремя мне, как говорится, подсветился. Фенола тоже на... Опачки, а как-то мы Dragons of Gloom у нас вообще не пройдено? У нас не пройдено? Почему? Это, ребят, непорядок, это... Большущий непорядок. Так, кого? Подожди-ка, мы, наверное, уберем с вами отсюда горгульку и возьмем... Мне что, не дают сюда Фенола взять? Ах ты. Вот они как сделали. Ну что же, ладно, придется тогда брать горгульку. Хрен с ним. Да, здесь... А, вон он, вон Фенол, ё-моё. Что ж я такой, а, ребят, невнимательный-то, блин. Фенол там был сбоку, я его не взял. Ладно, давайте здесь я поставлю на автобой. Ой-ой-ой. 38 уровень. Понятно, ребята, почему я здесь не был. Будем пытаться сейчас с вами наказать здесь всех. Думблейд. Так, что-то как-то крепкие, ребята, вам так не кажется? Уху-ху-ху-ху. Ну, давай попробуем прожарить. Так, какой дамаг мы наносим? Воу! Леонидус-то тут рулит, я смотрю, против вот этих вот. Это хорошо. Вот это уже радует, ребятушки. Это уже радует. Так, скелетики, черепки, точнее, засветили. Но здесь очень много волн. Хм. И герои, и враги, точнее, один другого краша. Ладно, давай кускус. На 709, маловато как-то. А если мы тебя немножко... Вот, блин, Фенола бы мне сюда. Ай-яй-яй, ну как же так лопухнулся. Мне Фенол нравится тем, что, ребята, у него есть отравление. Очень офигенная штука. Очень сильно помогает, выручает. Ну, вы сами понимаете, он мало того, что... Наносит урон нехилый и при этом еще и травит ядом. Причем каждый уровень. Леонидус, ты давай ко мне тут не раскисай. Я смотрю, ты тоже отгребаешь так довольно нехило. Да упадет этот гад, упал, все. Так, вот эти варвары меня тоже что-то раздражают, честно говоря. Довольно крепкие, сильные они. Ничего не могу сказать. Переходим на следующую волну и смотрим, кто у нас тут. Да ладно, кентавра еще не хватало. Блин, он еще и провокацию на себя повесил. Дайте, ребят, я попробую. Ой. Ой. Ой-ой-ой, он уже 30 стоит, ребят, вы представляете? Вызов стоит 30. Ну, я же призываю тебя, роднуля, выходи. Что? Ну, давай вот так сделаем. Ну, не подкачай. Да чтоб тебе, я не понимаю, что за фуфло? Это подлог, ребята. Друг больше почему-то не срабатывает. Почему? Непонятно. Да иди ты сюда. Чем тяжелее, ребят, противник, тем... Вот о чем я говорил. Тем больнее ему падать. То есть рыцари, которые в тяжелых бронях, особенно вот танки, после отличного броска горгули обычно погибают сразу же. Ну или очень много тратят, оставляют здоровье после удара об землю. Так... Что такое, что такое? Так, тихо, тихо, тихо. Чего они на Леонидуса-то все переключились, а? Ахламона, вы что делаете? Кого-то мне придется, наверное, Леонидуса придется, наверное, хиляться, ребят. Так, хотя, может быть, еще... Здесь мы, скорее всего, выиграем вот эту каточку, но насчет дальнейших я как-то немножко сомневаюсь. Понимаете? Отлично, упал. Так, сколько? Еще... Да, еще вот эта волна, ребят... А, нет. Ё-моё, я уже было обрадовался, что тут выбор сундука будет. Нет,
Никакого нам сундука нам не дали. Будем вот так вот прожаривать. Давай, Леонидус, у тебя очень хороший дамаг здесь, я смотрю. Именно вот этим лазером. Да. Очень хороший, но не добил. Не добил, к сожалению. Ай-яй-яй-яй, горгуля, ну что ж ты? Это что такое сейчас было? Он там что себе, подхил какой-то сделал? Или ресанулся? Я даже не знаю, ребята, у меня лечки, ой, рез только один. А мне нужно горгульку, да я смотрю, сейчас и Леонидас у нас. Вот-вот, ребятушки, на пределе, так скажем. Черт бы его побрал. Ай-яй-яй, как же быть? Блин, Мортис. Все, ребят, придется резать. Придется резать. Я даже... Давайте Леонидаса. Что? Неужели вот это вот? Да нет, ребят, вот же рез. Что вы мне? Что-то я не могу понять, почему. Что там пишется? Нит. Чего нит? Я что-то не могу понять. Из-за того, что вот эта вот провокация стоит, я якобы не могу хилить, рисануть. Это бред. Хорошо, давай попробуем. Попробуем сейчас убить этого танка и после этого рисануться. Ну он, блин, мощный гад, а. Он очень мощный. Блин, офигеть, мы его не пробиваем, ребят. Так. Тихо, тихо, тихо. Тут начинается у нас потасовка. Да ну, это, ребят, бред на самом деле, что если он вешает на себя таунта, я не могу рисануть. Это чушь, согласитесь. Я, может быть, просто неправильно сделал что-то или навел неправильно. Ах, как же меня напрягает, как они вот атакуют, ребята. Ну, есть, готов. Так, а вот теперь я попробую, ребят. Слушайте, нет. А, это у нас энергию дает. Вот, вот оно, резалка. Так, нажали. И... Леонидус, почему ты не встаешь? Есть! Вот так вот, ребят. Все хорошо у нас получилось. Что ты там хачкаешь? Так, мне нужно, ребята, отхилить Мортиса. Иначе, если его подобьют... Все, ребята, я не смогу его больше рисануть, потому что нету ресалок. Так, Леонидус, ну давай, попробуй. Так, отлично, ребята, все отличненько. Вот очень хорошо иметь... Зачем Doomblade я нажал? Очень хорошо иметь контрудар, чтобы у тебя был в пассивках, ребята. Чтобы атаковать автоматом. И босс. И смотрим, кто у нас здесь будет. Кто это? Ого. Вот зачем я это сейчас сделал? Слушай, я знаете, чего боюсь? Что он нас здесь порвет. Сейчас, наверное, огнем как полыхнет. Не знаю, что он там сделал. Так, энергия. Мы знаете, что можем сейчас с вами сделать? Мы делаем вот так. Отлично. Теперь мы восстанавливаем удар Мортису. То есть, следующий ход мы повторяем его суперудар. Если выживет он, конечно. Он должен выжить. Тихо. Ядрёт тебе макарёть. Вот тебе и влил, ребята, энергию, блин. Вот и влил, а. Что? Зашибись. Зашибись. У меня нет, ребята, слов на это. Вы ведь... Им и Леонидус упал. Слушай, я не знаю. 60 гемов, ну... Если ты меня, дружище, сейчас подведешь, я больше тебя вызывать не буду. Никогда. Отлично, ребята. Ну вот справимся ли мы теперь с драконом самим? Вот этот вопрос очень интересный. Тем более... Нет, ребятушки. Звездец. Что, контини? Ну давай контини. Есть, ребята, шанс-то еще. Подожди, а с какого перепуга у меня здесь скелет? Почему Мортис не ожил, а какой-то скелетик? А ну-ка, давай-ка его киданем. Горгуля, не подведи меня, пожалуйста. Если бы здесь был бы Фенол, ох, не поздоровилось бы ему. Ох, не поздоровилось бы ему, ребятушки. Он бы сразу бы здесь уже валялся бы, отдыхал бы, просил бы о пощаде. Так, ну-ка, как ты его, Леонидус, хорошо прожаришь лазером?
Оу, круто, крит еще получил. Фух. Зато на 3 звезды ребята прошли. Смотрите, фенольчик, вот он родной, где выпал-то. Ох, так, опыт, где тут опыт? Всего лишь 5 опыта, 5 экспы, ребята, получили. Вы представляете, сколько нужно драться, чтобы мне набить 800 опыта? Опупеть. Опа-на. Возвращение в баррикады. Да, и нам здесь будут давать карточку того самого осьминога Ириса. А здесь сумасшедший кролик у нас. Ну, в принципе, неплохо. Давайте попробуем сюда заглянуть с вами. Так, какие? 40-е уровни, ребята, 40-е уровни. Ну, приличный враг. Ладно, давайте-ка я попробую. Только вот я горгулю, наверное, с вами уберу и возьму фенола. Где же мой фенол? Вот он, фенольчик. Вот я его в тот раз проворонил почему-то. Не доглядел, так скажем. Ну что ж, давайте посмотрим, здесь смогу ли я справиться или нет. 40-го уровня у нас здесь будут враги. Опять же, очень долгая дорога, ребята, в дюны. Очень долгая, много волн. Что такое-то? Вы издеваетесь? Ладно, глянем, ребята, как у нас сейчас тут пойдет процесс. Успокойся. Оу, ще, тихо, 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 Леня. Леня, ты тут что-то вообще как-то... Как-то ты пасуешь, роднуля мой. Пасуешь ты здесь. Его практически разобрали. Что они там такой? Вот о чем я вам говорил. Лень, давай вставай, хорош дурака валять. Слушайте, это только первая волна. Что за бред? Что они такие мощные? Они, когда бьют, ребята, у нас какое-то расколотое сердце появляется. Не знаю, что это означает. Ну, ничего хорошего, это явно. Хаос-шторм как-то не очень хорошо сработал. Так, лучницы здесь не место, я так считаю. Так, Думблейд. Псины как не бывало. Ага, как не бывало. Вон она стоит и в ус не дует. И очень себя прекрасно чувствует. Давай-ка укусим. Отлично. Так, идем дальше. Третья волна у нас. Кто тут у нас? Да что ж у вас так много-то, а? На, вот тебе и на. Давай жги лазером. Посмотрим, как наносишь ты ущерб им. Так, и... Слушайте, довольно неплохо, я считаю, ребят. Очень даже хорошо. Так, давай-ка мы вот эту вот голубушку прикокошим, наверное. Так, стоп, 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 стоп. Леню, блин, не трогай Леню, блин. Да что ж ты не упала-то, а? Квазимода. Ну давай, кусай, ты что, не можешь... Я не понял, они что, провокацию на себя повесили? Так вроде бы не похоже на провокацию. Погоди-ка, я не понял, что это, что значит инвалид цель? А ты сможешь? Рипер почему-то смог пробить, а Ленька не смог. Смотрите, какое-то проклятие, ребята, висит. Проклятие, вообще, навешали на меня здесь всякого говнища, так скажем. Но я справился здесь. Так, предпоследняя, ребята, волна. Я буду, ребята, фенола своего лечить. Мне кажется, он здесь важнее для меня. Потому что у него массовое отравление. Этих гоблинов надо в первую очередь, ребята, валить. Не нравится мне, у них слишком жесткая атака. Оу, сейчас Леонид упадет у меня. Тройной вот этот удар. Этот отравился, сдох, короче, ладно. Ну что, Мортис, давай добьем. Конечно, добьем, блин. Ну, есть, успели. Так, ну что, у меня только лишь, ребята, пробирка на суперудар. Ага, вот как. Пробуем. Так, отлично, неплохо, ребята, я вам скажу. Давай лучницу уничтожим одну. Так, оу, да. Как мы видим, у нас Леня упал. Но он здесь почему-то не котируется. Не котируется он здесь, ребят. Как-то слаб. Так, давай-ка мы фенолу с вами сделаем откат, ребята. И попробуем отравить. Что такое? У него иммунитет, что ли? Не может этого быть. Что ты там не ржешь? Ребята, иммунитет у нее, она не травится.
Она не травится. Вот суккуб, а. Хотя нет, почему? Вот, отравилась. Хоу, Ленька, ожил, молодец. Эх, сумасшедший кролик нам достался. Сколько опыта дадут? Опять 5 экспы. Ну что за коннектинг? Вот что вот это за е... Вообще, ну да, ребята, 5 опыта. Охренеть можно. Да, нам, конечно, опыта, ребята, дают больше за выполнение этих, как их звать, ну, обычных заданий, вот этих вот квестов. Что такое? Так, ну здесь ничегошеньки. Тут только нам 100 брюликов дадут. Ну и, в принципе, здесь пока все. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте мы с вами на этом, пожалуй, закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. 40 уровень набьем и продолжим с вами дальше играть. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков, ребята.